С какой одеждой носить длинные серьги? Сегодня мы хотим поделиться с вами несколькими идеями таких образов. Приятного просмотра! Первый вариант представляет собой сочетание эффектного набора украшений и водолазки с высокой горловиной. Изделия с позолотой и черной вставкой преображают обычный повседневный образ в оригинальный, стильный и очень элегантный. Отличный способ выразить себя и свою осведомленность о модных тенденциях. Второй вариант – это образ в офисном стиле. Серебряные украшения декорированы крупной черной вставкой, которая прекрасно сочетается с шелковой или атласной рубашкой. Темные, глубокие оттенки одежды и аксессуаров придают образу грацию и нацеленность на достижение целей. Платиновое покрытие изделий добавляет своеобразный шик, привлекающий внимание окружающих. Далее мы представляем комплект изысканных ювелирных изделий, в который включены длинные серьги со вставкой из черной жемчужины. Эти смелые украшения прекрасно дополнят ваш образ. Они превосходно сочетаются с легким стилем, когда воротник блузки или рубашки расстегнут на две верхние пуговицы. Такой образ легко формируется из делового, особенно если вечером у вас запланировано интересное и активное мероприятие. Следующая модель нашего видеообзора – оригинальные серьги в геометрическом стиле. Доступны в двух исполнениях – в покрытии золочения или платинирования, без вставок. Серьги просто изумительно смотрятся с легкой блузкой с открытыми плечами, добавляя образу непередаваемый шарм и очарование модерна. Этот стиль – ваша свобода, смелость и открытая миру душа. И в завершении сегодняшнего обзора – очаровательный комплект для создания вечернего или коктейльного образа. Украшение с фианитом собственной огранки в форме крупной капли. Этот камень имеет глубокий, темный, гранатовый оттенок. Его обтекаемая форма как будто перетекает в блестящую шелковую блузку, становясь с ней единым целым, создавая образ, наполненный шармом томной роскоши. А с чем вы носите длинные серьги? Поделитесь в комментариях. И до скорой встречи на нашем канале.